Спинальная мышечная атрофия – серьезное наследственное заболевание, из-за которого угасают двигательные и дыхательные функции. СМА нередко является причиной детской смертности. Всего в мире существуют 3 препарата для лечения болезней. В декабре прошлого года Минздрав зарегистрировал в России лекарство под названием Золгенсма. И на днях медикамент поступил в гражданский оборот. 3 упаковки уже использовали Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Стоимость одной дозы препарата – более 2 миллионов долларов. Но фонд «Круг добра» смог бесплатно обеспечить пациентов этим дорогостоящим препаратом. Среди 3500 подопечных фонда – более 1000 детей с СМА. Фонд также добился возможности приобрести лекарства до официального выпуска, чтобы помочь малышам выздороветь как можно скорее. В первом полугодии 2022 года в фонде одобрили сразу 58 заявок на Золгенсма. Хороших вам новостей!